Всем привет! Так, ну что, сегодня мы будем делать обзор на этот дом. Большой дом премиум класса люкс. Как я и обещал, сейчас будем делать обзор на этот дом. Дом очень большой, много комнат, много всяких разных в доме помещений. В общем, дом такой крутой. Давайте осмотрим его сначала снаружи, наверное, да? Ну вот, как вы видите, здесь заезд. Он прямо около канала, смотрите. Там дальше выход в океан, в море. И дом с выходом, ну, то есть с обзором прямо на море. И первой линии. В общем, само место очень удачное. Как вы видите, здесь у нас есть парковка, дальше гараж, это сам вход центральный, дом 171. Ну, я так поставил немножко звонок. Ну, вход, вы видите, он открытый здесь. Это помещение у нас, скорее, парковка, наверное, так подумать. Здесь у нас, вы не думайте, это не гараж, хотя можно сделать, переделать под гараж помещение, но там на самом деле крытый бассейн. Здесь также большая стоянка для гостей, если вдруг вы будете принимать гостей, просто, не знаю, на машин 10 точно парковка. Есть задний дворик с таким вот, не знаю, как это назвать-то? Фонтанчиком. Дальше вы это от другого дома, не обращайте внимания. И вот такой вот вид на сам дворик, задний двор дома с видом на море. Море просто там шикарный вид. Сейчас сегодня туманно, но видно вон там остров с той стороны. Также вот вид на высотку, сверху которой там стоит пентхаус. Наверное, вы так не увидите. На него мы делали обзор. Дорогой пентхаус там. Но дворик шикарный. Мы его осмотрим сейчас. Дом просто огромный. Не знаю, один из самых больших домов в этом моем городе. Но там я буду собираюсь строить дом. Тоже премиум класса люкс. Тоже обещает быть большим, но я так думаю, он не будет больше, чем этот, но примерно похоже будет. Ну что ж, давайте облетели мы, давайте посмотрим, зайдем. Так, ну парковку вы видели, тут лужайка у входа, дом номер 171. Дом в охраняемой зоне, вон видите, тут охранник ходит. Центральный вход. Такой длинный вот проход в дом. Сразу же прям, не знаю, длинный-длинный, дальше идем проход до дома. Здесь вот дом обрамляет такой водный, не знаю, канал. По нему есть вот такие вот мостики. Здесь вот мостик на парковку. Так, ну вот это, как я и говорил, сейчас здесь закрытый бассейн. Теплый обогреваемый бассейн. Но вы его можете переделать под гараж. Так, ну тут вот закрытая зона. Хорошее озеленение прям в доме. Вот это вот водный канал прям по всему дому. Ну, вы сейчас сами посмотрите. Сам дом просто двухэтажный по объему, так с виду. Так, ну сразу же нас у нас слева встречает кабинет. Хозяйский кабинет, я так понял. Вот я сделал здесь. Ну, можете вот так сесть, тут за компьютер. В общем, тут есть свой телевизор, столик под телевизор, тумбочка. Кабинет с местом для отдыха. Ну, я так думаю, сюда вообще диванчик поставить по-хорошему, чтобы можно было отдохнуть, сесть. Задний дворик, там южная сторона дома, вот она,
юг на юг смотрит. Цветочки растут. Ну, отсюда можно вот обойти. Здесь также помещение отдельное. Ну, можно как кладовку, я не знаю, чтобы что-то ставить из вещей. Давайте обратно зайдем в кабинет. Ну, вот выдвижные стеклянные панели, которые закрывают. Также вот видите озеленение в самом кабинете. У кабинета есть санузел, то есть унитаз с раковиной. И выход на задний дворик, на этот складик маленький, как я уже и говорил. Так, ну и отсюда можно, конечно, зайти в этот склад. Сам кабинет, вот он, и с этой стороны стеклянные выдвижные двери. Можно закрыть кабинет. Дальше. Идем в сам дом. Опять же, вы посмотрите, какой вид на сам дом. То есть на сам вот этот вот канал водяной. Просто не знаю, в каком доме вы еще увидите такой канал. А, дизайн дома просто выполнен на 5 с плюсом. Так, с этой стороны давайте посмотрим сразу. Маленькая спальня и также, я хотел сказать, не маленький, а огромный просто. Спальня огромная и со своими там санузлами и гардеробом. Вот такой вот спуск. Здесь сама спальня. King size кровать. Не знаю, пуфик. Столик, все, в общем, как надо. Ну, вид, вы сами понимаете, прямо на океан. Вот сам, здесь еще и канал проходит по дому. Шикарный вот такой вид вам будет открываться с окна на море, скажем так. Дальше, в этой самой спальне сразу же проходите сюда, у вас своя душевая. Она полностью стеклянная со всех сторон, кроме основной части. Дизайн отличный. Здесь санузел. Ой, ну, унитаз надо поставить, кстати. Забыл доделать. Прошу прощения. Так, дальше у нас встречает гардероб. Гардероб большой. Ну, то есть он, ну, вот сам коридор входной. Он просто огромный. Вещей много, ну просто огромные, вот можно обходить со всех сторон тут. В общем, и выход на задний дворик, отсюда прям можно сразу выйти, вот. Ну там просто тупик, здесь просто проход сделан. Тоже так же для того, чтобы курилку сделать, я не знаю. Так, ну это вот вход. Сам этот спальню. Отсюда тоже можно выйти. Так, ну тут остекленение есть. Вид на канал. На этажку отсюда. Здесь зеленые лужайки просто. И спуск на задний дворик к бассейну. Отсюда вы можете сразу выйти к бассейну и к морю на обзор. Здесь лужайка, я не знаю, тут для отдыха можете. Или какой-нибудь маленький мини-гольф устроить по своему желанию. Вот такая вот спальня. Мы обозрели. Давайте выйдем. Это можно считать как хозяйской спальней, но там наверху есть еще одна спальня такого же уровня. Так что даже, я не знаю, ну, вторая хозяйская спальня, можно так считать. Вот центральный вход в дом. Так, здесь у нас холл сразу и подъем на второй этаж встречает лестница. Давайте сразу зайдем в холл. Холл совмещен с открытой кухней. Так, остекленение прямо на канал с видом. Здесь диван. Просто огромный диван, на котором вы можете отдохнуть. Включить телевизор. Давайте сюда сядем. Телевизор. Вот телевизор, кстати, вот он, видите, он встроен в верхнюю часть этого балки. Так, а что это у нас такое? О, пончики для любителей сладкого тут. И печеньки. Ну, чтобы смотреть фильм с печеньками, со всеми делами. Давайте кухню посмотрим. О, у нас тут выпивка, прям как GTA там. Но тут можете роллы, суши поесть, тортик, гамбургер. Ой, чего только тут нету. А, ну, кстати, заметьте, сколько островков. Острова называется, да, вот этот island. Столы такие. Три сразу таких
Просто кухня мега размера, я не знаю. Такую кухню вы нигде не встретите, чтобы вот так прям три было. Также у нас вот, как вы заметили, такой этот кухонная стенка вот такая, с холодильником, с микроволновкой, печкой такой. В общем, ну, также варочные панели также присутствуют. В общем, с вытяжками, со всеми делами. Вот такой вот холл. Холл, кстати, видите, такой, как он называется там? Открытый сверху. Также вот канал проходит. Его вот отсюда тоже видно. Прохладно будет в этой комнате, я так понимаю, всегда. Не будет жарко, потому что вот прям канал такой по всему дому проходит. Так, ну давайте дальше пройдем на заднюю часть этого холла. Здесь у нас винная комната, винный этот погреб отдельный, мини такой бар сзади кухни. Это центральный вход. Здесь у нас лифт есть. А что они тут столько этих все лифт ждут? Это у нас мини-сауна, ну то есть сама сауна, точнее не мини, а вообще сауна. Здесь душевая кабинка. До принятия сауны можете искупаться, и после принятия здесь банька такая, сауна. Здесь можно посидеть с пивом холодным. Ну а мы сюда заходили, это у нас открытый бассейн. Там личный вон кабинет за окном. Вот такая банька, сауна и лифт. Здесь у нас санузел гостевой. Кстати, давайте я возьму вот это все, потому что я там не доделал, к сожалению. И мы его как раз потом доделаем. Так, винный погреб я вам показал. Так, теперь давайте пройдем к этой части дома. Здесь у нас обеденная зона. Она смотрит на южную сторону окна, здесь всегда светло. Стол, не знаю, на сколько тут, на 10 мест, на 10 персон. Здесь лужайка. Так, давайте зайдем сюда. Здесь задний дворик вот с этим фонтанчиком и парковкой, которую я вам показывал. Здесь также вот мини-бар. Здесь можете устроить шашлычницу или там, не знаю, гриль поставить для гостей, чтобы принимать. Также здесь еще один бар. Вот такая зона отдыха. С открытым, на открытом воздухе. Диваны, столики. И выход на задний дворик. Задний дворик просто огромный. Здесь такая зеленая, не знаю, это настоящая трава, да, настоящая трава. Также вот барная стойка с сиденьями, винными полками. В общем, и видом на море, на пляж. Давайте дальше пройдем. Здесь у нас бассейн. Бассейн просто огромный, глубокий, на 2 метра. Также есть вон скамейки, ну то есть диваны, можно отдохнуть, посидеть. Там же телевизор, если хотите, поставите. В общем, вот такой вот дворик. И отсюда можно подняться на второй этаж. Я вам его сейчас отдельно покажу. Из дома. Давайте зайдем в дом. Так, холл. С центрального подъема поднимемся на второй этаж. Вот он. И давайте смотреть второй этаж. Также есть вот выход на третий этаж. Второй этаж у нас в виде балконов такой здесь, в центральной части. Здесь центральная, еще одна спальня на втором этаже. Сейчас посмотрим. Давайте сначала здесь посмотрим. Тут довольно темновато почему-то. Ну ладно. Тут такой вот мини-бар также для гостей. Всякая вон выпивка разная, не знаю, чтобы посидеть. За бутылкой, за стаканом вина, виски. И здесь у нас еще одна спальня на этом этаже. Спальня маленькая, не такая большая. С компьютером, вот, телевизор, приставка. В общем, кровать king size размера.
Также здесь имеется санузел с душевой кабинкой. В общем, все как положено. И здесь еще одна выход, ой, то есть не выход, а душевая кабинка на открытом воздухе с таким вот видом из этой спальни. Такой маленький балкончик, можно так сказать. Просто шикарный дом. Ну и в виде балкона вот таких сделан дом. И вот он, подъем с заднего дворика, лестница. И давайте посмотрим еще одну спальню. Похоже, как сделана, как хозяйская спальня. А, свой балкончик, только терраса. Тоже с диванами для отдыха и расслабления здесь. Экстремалы могут отсюда попрыгать в бассейн. Бассейн глубокий, так что ничего страшного. И вот он, вход в спальню. Вот тут сама спальня просто, не знаю, огромная. Диван, чтоб сидеть, лицезреть океан. Сама кровать, в общем. А, телевизор еще, вы посмотрите, как удобно сверху спадает. А, здесь еще одна вот диванчик, чтоб отдохнуть. И здесь у нас выход. Здесь гардероб, здесь санузел, душевая кабина, туалет, раковина. И здесь комната отдыха, своя личная комната у этой спальни, то есть свой диванчик, вы там никому не мешаете, не контактируете, если вдруг вам не хочется общаться там с другими членами своего дома. Можете здесь сидеть. Свой камин, каминная зона, здесь телевизор можете большой поставить и своя терраса на южную часть дома. Также вот отсюда можете наблюдать канал. Кстати, мы недавно обозревали вот этот дом вот впереди, который вы, наверное, уже заметили. Также есть свой причал у этого дома около входа вот с парк-зоны. Ну, в общем, вот такой вход. Давайте зайдем обратно, выйдем в спальню и будем смотреть дальше. Так, балконная зона, как вы видите, она большая. Дальше мы смотрим, что тут есть еще. Мы тут на этом этаже все посмотрели? Да, мы все посмотрели на этом этаже. Давайте поднимемся на третий этаж. В этом доме еще есть третий этаж. Дом многоуровневый. Так, ну что, вот сам третий этаж, вот прям, не знаю, сам подъем вот здесь очень красиво сделан, лестница, лестничная площадка. Здесь у нас, я так понял, должен быть санузел гостевой. Но, видимо, пока не доделал я. В будущем доделаю. Комната отдыха. Здесь еще одна комната отдыха. Отдельная. Смотрите, как она угловым образом сделана. Она окна под углом. То есть вид шикарный на юг и на восток. На соседские дома, район. Я не знаю, мне вот почему-то вот это место очень нравится, не знаю, под углом сидеть. Почему-то мне очень нравится эта комнатка такая. Хоть и маленькая, но прикольная. Мини-бар есть. И на этом этаже просто огромный солярий. С огромными, ну, то, не знаю, зонами отдыха. Обеденной зоной. Там озеленением своим. Джакузи есть для любителей. Принять джакузи. Я не знаю, вечерком, наверное, это делать надо. В общем, вот такой вот солярий. Ну, кстати, ТВ-зона есть. Печеньки. Печеньки. Освещение дома очень тоже хорошо продумано. Вообще, сам дом, когда я делал, очень довольно тщательно прорабатывал тут освещение, все. То есть внимание к деталям очень хорошее. Также лифт есть, как вы можете заметить. Вот давайте поднимем на третий этаж сейчас. А, ну вот. Да, мы же видели их на первом этаже. Как вы могли заметить. В общем, вот такой вот дом.
Также вот там с той стороны есть еще одна солярий, еще один. Но это, если вам не нравится там солнечный прям свет вас жгет, можете здесь тенечки отдохнуть. Также устроить здесь, не знаю, свою зону разного отдыха. Ну, отсюда еще и открывается прекрасный вид на море. Так что этот солярий тоже ничем не хуже, чем то. Но оттуда тоже есть, в принципе, вид. Пляж песчаный. Он такой постепенно, вот видите, там все глубже, глубже, глубже. Там остров, вон, видно. Вот этот дом слева мы соседски уже тоже обозревали. На этом, думаю, этот дом все. Мы вроде осмотрели его полностью. Дом прекрасный. Жить одно удовольствие. Оставлю ссылку на Patreon канал. Вы откуда можете скачать этот дом для себя, чтобы в будущем установить его на свои карты. Вот он, кстати, причал. Все, на этом все. Обзор на этот дом. Всем большое спасибо. Не забывайте подписываться, ставить лайки, оставляйте комментарии. Буду читать, отвечайте по возможности. Всем пока.